Летом 2016 года я работала пионер-вожатой в одном из детских оздоровительных лагерей. Уложив своих воспитанников спать, я решила прогуляться перед сном. Села на лавочку, и вдруг у меня зазвонил телефон. Приятный мужской голос прошептал: «Тише, ёжик, распугаешь». Я сначала... Ты голуби, что? Я сначала ничего не поняла, а потом увидела симпатичного парня, который сидел недалеко от меня и кормил ежей. Ежей? А похоже, похоже. А почему ежей жопы залезал? Мы разговаривали с молодым человеком, ежи уже ушли. Он также оказался воспитателем. С Константином мы много гуляли по вечерам. Вскоре наше знакомство переросло в настоящую любовь. Теперь мы счастливая пара. А ежи приходят еще? Да. Или вы больше?